Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Страница 95. Упражнение 193. Прочитайте еще раз глагол из упражнения 192. Выпишите каждый глагол, укажите его спряжение. Рядом запишите этот же глагол в форме второго лица единственного числа настоящего времени. Выделите личное окончание глагола настоящего времени. Клеить. Второе спряжение. Клеишь. Читать. Первое спряжение. Читаешь. Слышать. Второе спряжение. Слышишь. Зеленеть. Первое спряжение. Зеленеешь. Просить. Второе спряжение. Просишь. Веять. Первое спряжение. Веешь. Дружить. Второе спряжение. Дружишь. Видеть. Второе спряжение. Видишь. Думать. Думаешь. Рыть. Первое спряжение. Роешь. Читаешь. Ешь. Слышишь. Ишь. Зеленеешь. Ешь. Просишь. Ишь. Веешь. Ешь. Дружишь. Ишь. Видишь. Ишь. Думаешь. Ешь. Роешь. Ешь. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.